ставь лайк и пусть все начнется. Здесь все, что вам нужно для комфортной игры на любом устройстве, это стабильный интернет. Никаких патчей и обновлений, все уже готово к игре. Когда приходит тьма, то остается только одно — выяснить, кто станет последним выжившим. С 16 по 24 октября заходи в новый режим выживания. Выбирай технику с 5 по 10 уровень. Сражение ведется по правилам превосходства на всех доступных в этом типе боя картах. Также тебя будет ждать особая карта — пустошь. Через 20 секунд после начала боя запас прочности твоей машины начнет таять. Процесс остановится, когда дойдет до минимального значения — единицы. Если дорога жизнь, то придется отбирать здоровье у противника и присваивать его себе. Наноси урон. Этим ты пополнишь запас прочности своей машины. А уничтожая вражескую технику, ты будешь не только восстанавливать себе часть прочности, но и приносить очки победы команде. В режиме выживания ты сможешь помочь союзникам. Стреляй по ним, и очки прочности их машин будут восстанавливаться. За это в конце сражения ты получишь дополнительное серебро и опыт. И не забывай захватывать точки. Так ты пополнишь запас очков прочности у всей команды и снизишь скорость их убывания. Потеряете точку, очки начнут таять в прежнем темпе. В режиме выживания у тебя будет две жизни. После возрождения твой танк станет лучше. Повысится альфа-урон, увеличится мощность двигателя, сократится время перезарядки, повысится скорость танка. Играй в режиме выживания и получай награды. Накопительные нашивки за лечение союзных танков. Их ты увидишь только в результатах боя. Накопительные аватары. Одни за количество побед, другие за восстановленное союзником здоровье. Результаты, полученные в режиме, не учитываются в статистике личных побед. Хочешь, чтобы бой принес максимум кредитов? Тогда старайся выполнить 4 условия сразу. Наноси урон, уничтожай противников, восстанавливай союзникам очки прочности и захватывай точки. Режим выживания. В конце останется сильнейший. Друзья, почему интернет-магазин Эльдорадо? Это надежно. Вот покупатель, который впервые заказывает в интернете. А вот пункт интернет-магазина Эльдорадо, где консультант поможет покупателю заказать через терминал по интернет-ценам. Если товар не подошел, то его можно обменять в течение 30 дней. Интернет-магазин Эльдорадо. Надежно. Что и требовалось доказать.